Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и в сегодняшнем коротком видео открываем 5 мистических контейнеров. 3 контейнера я получил тогда, когда купил себе комплект Бураска и Сомуа СМ. Мне лично комплектик очень понравился, машинки мне зашли, приятные, интересные, классные и довольно-таки фановые. Еще 2 контейнера я смог забрать с вот этого мини-квеста «Золото срабатывает дважды». Очень обидно, что я не дотяну до 7500, физически не успею за 4 дня наполнить свою копилку, играя с бустерами или каким-то подобным образом. Ну а задонатить, к сожалению, возможности не имею. Так бы получил еще 1250 голды сверху. Ну да ладно, бог с ним, не будем считать это большой потерей в жизни, бывает все гораздо хуже. Здесь получил 2, там 3, суммарно, как и говорил, 5. И давайте будем открывать, будем смотреть, что оттуда выпадет. Я не сильно фартовый чувак на контейнеры, не сильно верю в то, что мне что-то отсюда вывалится. Ну а мало ли, вдруг повезет, может как раз из этих 5 контейнеров я получу какую-нибудь заветную машину. Пока ничего годного, к сожалению. Очень хочется, чтобы появился здесь на экране мистический сертификат, но, к сожалению, осталось всего 2 конта, и я не сильно удивлен. Так, чтобы вы понимали, за практически 9 лет игры я забрал всего лишь 2 машины из платных контейнеров. Короче говоря, как обычно, ни о чем. Продолжаем. Молиться, продолжаем ходить к бабкам, может, яичкам каким-то выкатают, и может, мне все-таки начнет что-то падать из платных контейнеров. Ну а пока радуемся покупкам того, что есть в магазине. Да и оно, честно говоря, мне лично гораздо приятнее и спокойнее просто зайти, просто купить ту машину, которая меня интересует, как я это сделал с комплектом Бураска и Сомо, и радоваться жизни, а не щекотать промежность своему фарту и пытаться тянуть кота за резину в долгий ящик. Вот такое вот короткое видео. Спасибо большое за просмотр. Если готовы поддержать канал любыми возможными способами, делайте это. Буду вам безумно благодарен. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите свои комментарии с описанием того, что вы думаете о увиденном. Спасибо большое за просмотр. Мира вам, друзья мои. И обязательно спокойствия. Пока-пока.